В Украине запрещены ряд психотропных медицинских препаратов. Однако кодеины, содержащие, по-прежнему можно купить практически в каждой аптеке. Для этого нужно перевоплотиться немного в образ наркозависимого человека. Что мы сейчас сделаем? Нам нужно немного денег. Мы идем делать контрольную закупку. Кашляешь что-то? Хорошо. Пупырка есть? На сленге наркоманов зеленых таблеток, то есть катерпина, не оказалось. Зато нам всего лишь за 30 гривен продали красные. Кадарин – аналог катерпина, одно из новых психотропных веществ. Самый настоящий опиоид схож по своему химическому составу на героин. И последствия от него такие же, как и от всех остальных наркотиков. А вот и долгожданный катерпин. Нашли мы его прямо возле аптеки, валялся просто на полу. А сейчас попробуем приобрести любимое лакомство наркозависимых – Думедрол. Успокоительное есть что-то? Успокоительное есть что-то? Посильнее, послабее. Посильнее, посильнее. А что-то принимали? Есть этот Думедрол? А? Димедрол есть? Что? Димедрол есть? Не понял. Димедрол есть? Димедрол? Да. Давайте. Сколько? Давайте две. Две ампулы? Две. Две ампулы? Да, две. Ну, это ж может покорить меня до контрольную. Шесть Спасибо. Сейчас, дорогие друзья, мы купили в обычной аптеке Димедрол. Всего лишь 6 гривен. Мир так прекрасен, и для того, чтобы это ощутить, просто достаточно выйти на улицу и вкусить свежий воздух. И абсолютно непонятно, почему некоторые выбирают наркотики. Так давайте же все вместе нанесем удар по злу, который изнутри разрушает наше общество. Все неравнодушные люди. Анастасия Большедворова, Виталий Прус, Думская ТВ.